Доброе утро, друзья! Уже завтра Петр Андреев будет в Минске. Уже завтра начнется программа по гипнозу. Вечером будет стрим, где он расскажет, ответит на вопросы и так далее. Он будет лежать в открытом доступе, и вы можете любой присоединиться и поговорить с Петром Андреевым. А занятия начнутся в субботу в 10 утра в Минске на базе Института развития образования. Я приглашаю на эту программу всех тех, кто хочет заниматься инфодайвингом. Всех тех, кто относится к инфодайвингу серьезно. Дело в том, что не просто так Петр Андреев приезжает сюда, и не просто так он дает эту программу, не просто так ее ведем не мы. Мне бы проще было ее провести, например, самой, казалось бы. Но есть профессионализм в подаче техник гипноза. И здесь Петр Андреев уникален. Более того, он чистый практик, и он заставляет все техники отработать прямо на месте. Отработать, прожить, выучить речевки, наработать состояние, погрузиться. Ментальный гипноз он дает прямо в тренировках, что очень круто. Понимаете, это техническая база. То есть, если вы возьмете любой сегодня тренинг по гипнозу, имеющийся на рынке, это виртуозная игра, где вам показывают, как круто люди владеют гипнозом, и вы можете точно так же. У Петра Андреева даются конкретные техники, они объясняются ровно в том количестве информации, которое достаточно для того, чтобы ими овладеть. И дальше человек с этой базой идет. Почему я делаю акцент на этом курсе, почему он важен? Потому что в инфодайвинге вас никто потом этим техникам учить не будет. Они будут идти как само собой разумеющиеся. То есть все последующие шаги уже эту базу поглотили, да? Уже ее взяли и дальше ее модифицируют. То есть эта база не останется в том варианте, в каком она будет дана. Более того, те, кто пройдут курс очно, им повезет больше, они прямо на тренинге друг на друге будут отрабатывать. Те, кто будут работать дистанционно, онлайн будет вестись трансляция тоже, они будут работать со стулом. Они ставят пустой стул и отрабатывают на нем. Отрабатывают до автоматизма, до запоминания всего движений, жестов, речевок, всего до автоматизма. В какой-то момент, когда вы все это начнете делать легко, вы сможете углубляться дальше. Потому что гипноз всегда рассматривает, а загипнотизируй меня. Нет, господа, если вы хотите заниматься инфодайвингом, то вы грузитесь сами, ведете за собой человека. Вы идете впереди, да? И, соответственно, вы управляете теми состояниями, в которых будет пребывать человек. И этот человек – это следующий инфодайвер, который идет с вами. И вы идете синхронно. То есть три человека грузятся одновременно на разные уровни. И мы не грузим, как в гипнозе, людей. Мы берем сами информацию и выдаем уже человеку под запись, видеозапись, где информация есть. Да? То есть инфодайвинг отличается по работе совсем от всех других имеющихся техник, потому что здесь базовое состояние – это состояние парасомнамбулизма. С этими состояниями сегодня на рынке никто не работает, потому что это сложное состояние. Это сложное состояние погружения в свой внутренний мир, в субъективное восприятие, именно в субъективное. Большинство людей не знают, что это такое. И это состояние целостности человека, когда человек проработан, когда он целостен, когда он действительно гармоничен. Я приглашаю вас на занятия. Приходите.